дамы, всем добрый день. Я Лада Христинка, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас вторник, 2 марта, 339-й лоскутный эфир. 8 марта уже на пороге. И я думаю, что большинство из вас знает, какие подарки сделать на 8 марта вашим друзьям, коллегам, подругам, дочерям, внучкам и так далее. Потому что мы с вами много чего очень интересного шили. Сейчас достану и покажу. Еще начиная с лета 2017 года мы шили вот такой, шьем вот такой вот лоскутный клатч. Очень многие его знают. Чтобы шить такой клатч, достаточно набрать на ютубе лоскутный эфир и слово клатч, и все по клатчу, а их несколько видео там, конечно же, вы увидите. Что мы шили с вами еще? Мы, конечно же, шили с вами ланчматы, да? Помните, вот. Ланчматики, поменьше ланчматики, побольше ланчматики. Ну, парочка ланчматиков с таким вкусным рисуночком. Это прекрасный подарок для ваших друзей, подруг, коллег. Что мы шили с вами еще? Вспоминайте, перед Новым годом мы шили с вами всякие разные сумочки. Вот эта сумочка в технике акварель. Все они шиты по совершенно одной и той же технологии. Что достаточно набрать? Лоскутный эфир, сумка-коробка, да? Или сумочка вот такая вот. Вот мы, помните, с вами шили длинную сумочку. Да. Мы с вами шили сумочку в технике Crazy. Помните, да? Мы с вами шили сумочку в технике сборки из кромок. Тоже вспоминаете, да? Много чего мы с вами шили. Ну и даже вот в нашем курсе «Ремесло» бонусным курсом идет сумка-коробка-хозяюшка. Это прекрасная сумка для пасхального кулича. Пасха у нас нынче в мае, но времени тоже осталось не так много. Итак, как минимум ланчматы, как минимум клатч, да? Как минимум лоскутные сумочки вы можете сшить своим, ну скажем, хорошим знакомым. Что же еще? Буквально недавно Татьяна Шмидт, наша ученица из Нарвы, Нарва сейчас это у нас Эстония, попросила меня рассказать, как сшить ключницу. И сегодня мы с вами подробнейшим образом разберем, как легко и просто сшить вот такую вот прекраснейшую, быструю, но очень эффектную ключницу. И разберем 5 способов шитья вот такой вот замечательной ключницы. Отвечая на глобальный вопрос философии, зачем такая ключница нужна, ведь ключи можно носить и на связке. Но мы, конечно, с вами девочки взрослые и очень умные. И мы с вами понимаем, что чтобы не рвался подклад сумочки, чтобы не рвался карман, да, чтобы ключи были всегда в порядке, не дай бог что-то порвется, там отколется или сломается, лучше, конечно, носить их в таком вот небольшом кошелечке-ключнице. А какие требования должны быть к ключнице? Ну, у меня, допустим, требования такие. Ключница должна быть яркой, чтобы я ее видела в сумке. А ключница должна быть тактильно приятной на ощупь, чтобы я в этой сумке, если что-то могла, просто ощупью нащупать. А ключница должна занимать мало места, с тем, чтобы, допустим, вот я по утрам бегаю, чтобы я могла просто сунуть ее в карман, в куртке, и не слишком обременяя себя тяжелым кошельком бегать. Ну, есть еще масса всяких требований. Давайте сейчас посмотрим, какие 5 ключниц по одному и тому же рецепту. 5 разных абсолютно ключниц мы можем с вами шить. Я не буду вас долго томить, так сказать, ожиданием, какие именно 5 видов ключниц. Начнем с первой. Первая ключница – это ключница в технике пицца. Вот она у меня в руках. Сейчас мы ее будем шить спокойно. Сначала посмотрим, что нам нужно для этой и для любой ключницы. Конечно, нам понадобится замочек молния. Замочек молния здесь примерно 14 сантиметров, 15. Но если вы возьмете обычный 20-сантиметровый замок, вот это обычная брючная молния за 20 рублей, она вполне справится с этой титанической задачей работать замком, так сказать. Помимо этого нам понадобится ленточка. Капроновая ленточка, их полно продают в швейных магазинах. Вот это одна из самых дешевеньких. Мне она нравится своей, так сказать, оптимистической яркостью. И вот на этой ленточке, как вы видите, вот она. У меня и висят мои ключики. Помимо этого, нам с вами понадобятся вот такие вот колечки.
Честно сознаюсь, колечки я купила в магазине за 14 рублей колечко. Здесь у меня три колечка, поскольку три ключа. Ну, а если у вас ключей чуть побольше, ну, соответственно, колечек понадобится, возможно, побольше. Да? Ну, и еще нам с вами понадобится. Так, брюки превращаются. Куда ты делась, зараза? Брюки превращаются. Короче, нам еще с вами понадобится. Брюки превращаются. Вот, да. И нам с вами понадобится долевая бейка. Порядка 16 умножить на 4, 32, 60, ну, порядка 70 сантиметров или метра там, ну, неважно. Короче, вот такая вот, такого типа беечка, нарезанная по долевой. Могут быть изыски, если у нас край ключницы будет овальным, в таком случае понадобится бейка, нарезанная по косой. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, но, во всяком случае, лоскутами ткани можно запастись. Итак, первая ключница – это ключница в технике пицца. Здесь мы используем лоскуты ткани и органзу. Да, органза. В субботу я совершила набег на швейный магазин. После Нового года органзу очень сильно ценили. И вот, смотрите, я купила 4 раза по полметра всяческой разной органзы. Эту органзу мы используем на покрытие вот этой техники пицца. Ну, и еще какие виды... Так, ладно. Какие виды кошелечков, ключниц мы с вами можем собрать? Смотрите. Во-первых, кроме техники пицца, мы можем использовать просто обычную ткань для пэтчворка. Ну, допустим, вот у меня вот такие лоскуты остались. То есть те лоскутики, которые у вас остались от ваших замечательных лоскутных работ. Надо сказать, что у меня еще остались... Такие лоскутики. Представляете, какая ключница выйдет? Ну, или вот такие лоскутики. Или вот такие лоскутики. Но не буду вам душу травить. А, да. Или вот такие лоскутики. Ну, в принципе, из любой тканюшки или из любой пары тканюшек, которые у вас найдутся, можно сшить замечательную ключницу. Есть только одно пожелание, чтобы все-таки желательно, чтобы она была цвета покраснее и потемнее. Почему? Потому что красный — это цвет денег. Считается, что красный цвет привлекает деньги. Вот. Ну, или она может быть просто темненькой. Конечно, она может быть какой-нибудь не маркой, коричневой, но все-таки хочется в жизни чего-то яркого. Итак, второй тип — это просто ткань, состроченная с термостежкой. Вариант третий. Это джинсы. Джинсовая ткань. Причем джинсовую ткань можно будет использовать как отдельно, просто как саму джинсовую ткань, так и декорировать эту джинсовую ткань, вспоминаете, кружевом. Но здесь есть, как говорит мой сын, одна засада. А и кружево, и органза подразумевают то, что у вас в сумке нет острых предметов. Ну, то есть, если вы органзу зацепите чем-то типа иголки, да, органза будет тянуться, рваться. То же самое, если вы кружево зацепите чем-то остреньким, оно тоже будет тянуться и рваться. Ну, то есть, применять ли кружево и органзу, это решать однозначно вам. Значит, четвертый вид ключницы – это ключница, сделанная из арт-объектов. Что это такое? Вспоминайте, когда мы с вами говорили о крызе там или о каких-то других лоскутах, я говорила, что вы из лоскутов, из разных, можете собирать из лоскутиков какие-то квадратики, так называемые маленькие арт-объекты. Обычно эти квадратики 15 на 15, 16 на 16. И вот это как раз те квадратики, если вы такие делали, которые прекрасно у вас пойдут на всяческие ключницы. Они могут быть совершенно любой расцветки. И, наконец, конечно же, мы с вами можем шить ключницы из кромок. Напоминаю, что такое кромки. Это у нас с вами кромки от ткани. Эти кромки мы можем просто сшивать между собой, накрывая их плотной стежкой. Либо мы можем накрыть эти же кромки вот так вот органзой. И будет тоже очень интересный вариант. Вот 5 типов ключниц. Ну как, будем шить? Хорошо. Да, выкройка ключницы. Выкройка ключницы титанически сложна. Это квадрат размером 3,5 на 3,5 дюйма. Нет, я вру, 6,5 на 6,5 дюймов, конечно.
Или квадрат 16,5 на 16,5 сантиметров. У кого вот такие линейки в дюймах, вообще никаких проблем. Вот квадрат 6,5 на 6,5. В принципе, у кого ключи небольшие, одну секундочку. У меня сегодня как-то странно ведут себя предметы, особенно линейки. Значит, кто хочет ключницу размером не вот такую, а чуть-чуть поменьше, вот ваша линейка 15 на 15, соответственно, квадрат 15 на 15 сантиметров. Вот он. Так, с выкройкой, с титанически трудной выкройкой мы закончили. Квадрат 15 на 15 или 16 на 16, или 16,5 на 16,5. Все остальное в наших руках. Начинаем. Итак, дамы, первая часть. Ключница из органзы в технике пицца. Мы с вами взяли лоскут термостежки. Вместо термостежки можно взять вискозную половую тряпку, она продается в магазине. Сейчас я покрываю этот лоскут термостежки клеем. И сейчас начинаю выкладывать на этот лоскут лоскутики тканей, из которых мы с вами и сложим нашу мозаику. Сейчас мы накроем наш вкусный кусочек органзой и простегаем на швейной машинке. Прежде чем мы с вами начнем стегать, проведем контроль готовности. Внизу у меня термостежка светлая, соответственно, нитки внизу светлые. Вверху я стегаю меланжевыми нитками, примерно вот такими вот. Кроме того, у меня поставлена лапка для стежки, зубцы транспортера опущены вниз, и шаг стежка моей машинки поставлен на ноль, поскольку у меня ручное приближение. Смотрите, я закончила стежку. Надо сказать, что органза довольно скользкая, поэтому обязательно используйте перчатки. Сейчас я очень аккуратно на утюгом с паром, аккуратно, не горячим утюгом, вот это проглажу и начну сшивать ключницу. Да, и вот так вот наша заготовка с вами выглядит с изнанки. Термостежка и по ней светлая стежка, поскольку изнаночная нитка у нас была светлая. Смотрите, у нас получился вот такой вот симпатичный квадратик. Кстати, довольно миленький. Сейчас мы с вами загнем вот так вот. Вот эти вот срезы обрабатывать у нас нет особой нужды. Вот так вот загнем и начнем пришивать молнию. Смотрите, коротко смысл, что я сделала. Я пришила окантовку сначала, а после этого при помощи специальной лапки вшила молнию. А вот здесь вот у меня молния, ну, как бы сверху находится. Можно исхитриться так, что положить молнию сверху, пришить окантовку, и молния будет между окантовкой и телом ключницы. Ну, в данном случае я поступила вот так. Сейчас, смотрите, я закрою швы вот здесь, обрежу, естественно, молнию и закрою швы вот здесь. И окантую их долевой бейкой. Да, и еще важный момент – хвостики. Вот я сейчас отрежу себе петельки под колечки. Примерно по 7 сантиметров. Возьму вот такие колечки. Вот они у меня. Одену их. И размещу там
и на такой высоте, как мне удобно. Сейчас, секундочку, возьму. Булавки. Вот, смотрите. Вот примерно здесь. Можно, кстати, на разной высоте их размещать. В зависимости от того, ключи у вас длинные или короткие, да? Смотрите, можно вот чуть-чуть пониже вот так разместить. Вот, видите, я пониже разместила немножко, тоже приколю булавочкой. И давайте вот этот вот ключик. Вот. Сместим вот здесь. Кстати, обратите внимание, что на разной высоте они у меня размещены. Так, наверное, даже удобнее будет. Сейчас я окантую вот здесь долевой беечкой и вот здесь долевой беечкой. Вот смотрите, сейчас я прострочила сверху и снизу. Сейчас я эту беечку долевую отогну, вот так вот заверну, что заглажу, вот так вот, да? Смотрите, у меня остались вот тут хвосты, я их вот так вот заглажу, вот так. Видно, да? Заверну бейку. Сейчас не слушается, это я вам объясняю, да? А потом утюгом, под утюгом она будет позговочивать. И вот так пришью. И точно так же поступлю вот с этой бейкой. Заглажу на эту сторону. Заверну хвостики. Вот здесь по пол сантиметра оставлю. Вот так вот. Сейчас, подожди. Заверну их вот так. И точно так же пришью. Все просто. Ну вот, смотрите. Финальные, так сказать, штрихи нашей с вами операции. Сейчас мне главное уложить вот эту вот, вот этот хвостик завернутый, так, чтобы он лежал очень ровненько и красиво. Вот это, наверное, самая основная трудность, которая у нас с вами здесь есть. Сейчас вот так вот мы его пошьем. Точно так же вот этот вот край. Смотрите. Вот сюда вот иголочку поставим. Обрежем ее. Сдали немного назад. Видите? И вот здесь тоже следим, чтобы было ровно. Ну и еще момент, я осторожненько спичками, чтобы не опалить органзу. Вот эти вот хвосты, что вот подпаливаю, чтобы у меня шовчик мой не распускался. Вот. Все, смотрите, ключница наша с вами готова. Вот у меня колечки.
Вот они, видите? Даже на разной высоте, поскольку я их так сделала. Конечно же, сюда я подвешу ключи. Все, первая ключница готова. Вот смотрите, первую ключницу мы с вами благополучно сшили. Вот она, такая простенькая, миленькая и в то же время очень удобная. Вот. Значит, давайте повторим, какие операции мы с вами сделали. Мы с вами сделали стежку, вшивание молний, вот оно было простое очень, да, и закрытие, закрывание, окантовку боковых вот этих швов. То есть стежка, молния и швы. Реально три операции. Все остальные ключницы. Вот эта ключница будет у нас просто стежка по... То есть просто ткань по термостежке. Но ткань, я вас предупреждаю, должна быть такая сочная, смачная такая ткань. Второй тип — это джинсы и кружево. Здесь есть некоторая специфическая особенность. Если у вас нет термостежки, вы можете просто джинс сложить вдвое. Но это коварная довольно вещь. Как бы можно вообще даже не складывать, просто сделать ее из джинсов. Но тогда она будет тонковата. А вот если вы положите на слой термостежки, она будет просто бронебойнейшей вещью. И если вы еще сверху пришьете кружево, будет просто чума, как говорится. Значит, есть еще вариант арт-объекты. Что мы говорили про арт-объекты? О том, что у нас остались какие-то кусочки от других проектов. Вот, допустим, вот у меня остался кусочек. И ширина у него, как ни странно, как раз 16 сантиметров. Вот из таких полосочек я могу тоже сделать квадратик и сделать из него ключницу. Ну и, наконец, ключница из кромок. Я вас не буду утомлять повторением всех операций, которые мы с вами сделали. Я просто сделаю еще 4 верха. Покажу их вам, эти 4 верха. Ну, а потом, соответственно, сошью вот так вот и покажу просто готовый результат. Согласны? Хорошо. Дамы, промежуточные результаты нашего швейного слалома. Эта ключница у нас была с органзой. Следующее, что мы сделали, это ткань и термостежка. То есть у нас с вами была красивая ткань. Мы просто состегали ее с термостежкой, свободной ходовой машинной стежкой. Следующий шаг — это джинсы. Джинсовка. Мы ее пристегали к квадратику и нашили кружево. Вот такая. Следующий шаг — это у нас так называемый арт-объект. То есть мы прямо на куске термостежки с вами создали из каких-то квадратиков, полосочек, треугольничков, ну, в данном случае Crazy Rose, вот так ее завернули, и у нас получился еще один вариант ключницы. И, наконец, мы сделали с вами ключницу из кромок. Вот она.
Итак, сейчас для всех наших четырех ключниц мы делаем одну и ту же операцию. Сначала окантовку края, а потом вшивание замочка. Так, дам резюме. Сил моих нет больше эти ключницы шить. Итак, первая ключница у нас была в технике пицца. Вот она, такая красивая, с органзой и с вышивкой. Вторая ключница у нас была в самой обычной. То есть самый обычный лоскутный кусочек, просто тканечка красивая. Вот так шито. Мне она нравится больше всех. Третья ключница у нас с вами... Ну, здесь все внутри тоже как положено. Колечки висят, вот они, да? Третья ключница – джинсы с кружевом. Очень брутально, красиво получилось. Просто и неожиданно красиво. Четвертая ключница – это наш арт-объект с вами. То есть, помните, мы сшили с вами арт-объект, ну, то есть, из кусочков сшили, в данном случае вот кризи. И вот, ой, и вот такая вот она у нас получилась. Единственное замечание, что если вы все-таки человек начинающий, делайте ключницы с прямыми краями. Потому что вот эти края делать довольно-таки долго. Ну, кругленькие, да, вот такие вот. Вот. И, наконец, четвертая ключница у нас с вами с из кромок. Да, из кромок. Вот тоже у нас тут колечки висят такие раскрасивые. Все отлично. Итак, кастинг кромки. Арт-объект, джинс, просто ткань со стежкой, органза с пиццей. Пожалуйста, в комментах проголосуйте. Итак, органза с пиццей поставьте номер 1, маки поставьте номер 2, джинсы с кружевом поставьте номер 3, если это вам ключница понравилась. Арт-объект поставьте номер 4, если вам понравилась именно эта ключница, и вы будете так ушить. И, наконец, крейзи кромки, то есть просто кромки, извините, поставьте номер 5. Жду ваших комментов. У меня на сегодня все. Ключницы можно шить и дарить. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем удачного дня!